Всем привет, с вами Работаем Кинка. Сегодня поиграем в игру под названием Clash Royale. И здесь вышло новое событие. Эволюция Валькирии с выбором карт. Эволюцию Валькирию я не играл. Поэтому интересно, что там будет. Конечно же, мне не будут давать выбор с Валькой. Но я думаю, мне повезет, поэтому давай попробуем поиграть. Там у меня еще джокерский сундук. О! Ну давай возьмем Вальку. Рыцарь, конечно, получше, но я возьму Вальку. Дровосек. Против Вальки, ну тут, наверное, пламенный нужен, потому что она все равно будет всех убивать сплэшем. Здесь я точно не буду брать молнию. Вдруг у Джоэл будет какой-нибудь мусор. Ладно. Я немножко поменял тут вот все вещь. Чтобы не было, как в прошлом видео, плохо. Теперь получше. Так. Окей. Я промазал, ладно. Че он поставит? Ага, фигню какую-то. А, нет, не фигню. А хотя они все равно сейчас сдохнут. Отлично. И Валька это кто сейчас? Уф. И сейчас дойдет до вышки еще, да? Дойдет? Блин. Немножечко не хватило, чтобы она дошла. У меня есть задание, это хорошо. Пошли в гоблинский бур. Прям под бомбером. Ясно. Ясно. Спасибо. Спасибо. А нет, нанес. Нанес урон. Нанес урон. Отлично. Гончим. Ясно. Мне дали гончу. Это, наверное, бесполезно. О, отлично. Мне как раз здание. Спасибо. Спасибо. Ну ты просрал много элика. Я всего лишь 8 эликами задефался. Ну, сейчас опять этих копейщиков поставят. Или он не будет дефать. У, ты столько урона пропустил. Зачем? Придется пойти гонч. Ну, у меня, знаешь, у меня гонча и пламенный дракон. Это так-то немножко гейская комбинация. Ладно, пусть будет. Чем, мне кажется, вообще не хочет дефаться, он вышел из игры. А если это так, то пойдем дровосеком и пламенным. Все. Отлично. Чел вышел. Мы победили один раз. Сейчас джокерский сундук, который мне забыл про него вообще. Хотя бы Вальку поставлю, я успею поставить Вальку. Или не успею? Успею, вот она такая красивая. И все. Конец боя. Вау. Ура, конец боя. Сейчас джокерский сундук откроем. Так. Что же мне там выпадет? Мне нужно больше обычных. Кстати, у меня вот отскогонча. Так, 200, отлично. Так. Легендарный и чемпион. Какой же чемпион нам выпадет? Монах. Нормально, 11 уровень. У меня единственный монах не на 12. В принципе, я могу его вкачать. Но зачем? Не знаю. Кстати, у меня зап 15 уровня уже. Офигеть. Так, сколько у меня там? 200. Не хватает немножечко. Вот совсем немножко осталось. Так, это что у нас? Ага, 20 бесполезных, окей. Еще одну катку. Потом 2 на 20 сыграем, это тоже весело. Так, шары или, ну, снежный шар, окей. Опять Валька. Против варваров, но она не сможет выжить. А вот против обычных, конечно, она выживет. Так, учила они канонира, отлично, берем этих. И вышибал. Вышибал против варваров. Ну все, у меня полная контра, я убью его. Мы выиграем. Там у него шахтер, да-да-да. Так, давай сразу поставим бомбежку. Ай-яй-яй, урон пропустили. Кстати, вот он сейчас задел сплэшем случайно. Это гениально. Ой, там 300 урон нанес этот шахтер. Окей, пошли вот так. А еще он сейчас пойдет вот эту сторону дефать, а я там сейчас с двух сторон пойду, да? Не, 0 урона, окей. Ну ладно, хотя бы так. Вот это мне надо деф. Да-да-да, сноси. Отлично, отлично. Фух. Блин. Ну, у меня элика нет, все. Даже дефать не буду.
Да, добивай уже. Ну все, я Валька иду. Сейчас там гоблины будут или что у него там в колоде еще? А, ему дед отправил, молодец. Молодец. Продолжай так же. Я верю в тебя. Давай еще раз бомбежку поставим. Урон пропустим по бомбежке, но она сейчас будет убивать. О, так сплэшем, это гениально. Так, ну я... Бомбер, наверное, вынесет. Одну тычку даст. Сколько у него там урон? 200. Потом шаром добью. Ну да, где-то столько. Ай, ладно, по-королевски попаду и что. Я ж потом добью. Давай сплетним их как раз. Дойдут. Он будет дефать деду, конечно. Или не будет дефать. А, ну а, так можно было. Даже так можно было, серьезно. Давай, отлично, дефай. Эволюция Вальки. Фух, 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 фух. Он мог сейчас нанести много урона по башне. Но мне повезло. Все, эволюция Валькири идет, идет. Идет. Только это нам ничего не даст, потому что она сейчас сдохнет. Отлично. Я просрал Валькирию. Так, нам у меня надгробие хорошо справляется со спарки. Отлично. Здесь мы поставим Валькирию. Сейчас стенобой пойду. Не, я... Блин, надо было стенобой все-таки. Этот дракончик сейчас тут все... Чего ты там отправляешь? Смотри! Вышибал там, один удар сдал. Так, у меня опять скелетная бочка. Там Спарки вообще ничего не сделал. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отлично. Прими урон. Отлично. Все. Смотри, сколько он урона сейчас пропустит. Смотри, сколько он урона пропускает. Сможешь еще один дать? Отлично. Смотри, сколько урона осталось у него. ХП, точнее. Эволюция Валькирии. Спарки он будет засосать или нет? Вот говню. А, он вспомнил про варвара. Я забыл, что у него варвары, точняк. Не-не-не-не-не. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Валькирия там помирает. Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Так, сколько я там уже сижу с этим 10-м эликсиром? Так, опять урон залетает. Уф, как мало хп у него осталось. Ну, у меня тоже как бы нехорошо. Все очень плохо у меня тоже. Он попал по вышке. Ох уж этот мушкетер, блин. Ой. Ну, 2 на 2 тогда. Давай попробуем 2 на 2, раз уж так. Давай 2 на 2, давай. Угу, нашло. Так, Валькирия. Если у нас Валькирия, то надо, наверное, не брать. Ты что за хрень? Вместо бочки взял 3 мушкетеров? Ладно. Так, у них эволюция, все ясно. Тогда лучше брать то, что дефает Валькирию как раз. Вот это возьмем. Они нам точно дали фиговые эволюции. Вон у него, у меня мортира. Жаль. У меня гоблин-гигант, это тоже хорошо. Но у нас ярости нет. Белли. О, отлично. Ага, чел вообще не дефается. Это да, 2 на 2, отлично, конечно. Миньонов поставил. О-о-о, залетает урон, отлично.
хотя бы что-то. Заморозка. Угу. Отлично. Это то, что я и хотел как раз. Ну ладно, пусть сносит вышку. У меня уже все равно видно, что у меня какой-то отбитый чел попался, который взял трех мушкетеров. Окей. Таран, 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 давай, давай. У нас есть ярость, только у дровосек, поэтому... Да ты куда смотришь, мортира? Ну, боже. Ну да, мы тут проиграли катку. Короче, бессмысленно. Все это было бессмысленно. Еще и валькирия урон дала. Еще и гоблины дошли, отлично. Зато у нас чел заморозка и 9-ю... За ой, фу, ты тремя или мушкетерами. Молодец. Да пусть что хотят уже делать. О, ну хотя бы что-то этот принц сделал. И... А, они не дефенс. Почему? Эрика нет, а надо было умно использовать его. Они просто все подряд ставят. Так, ну вот там сейчас валькирия сдохнет. Отлично, отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Варвар танкует, ну смотри, сколько урона нанесли. Сейчас догоним их. Сейчас их догоним, ну ё-моё. Отлично, вот это то, что надо было. Все, давайте. Отлично, отлично, отлично. Сюда точно надо дракончик, потому что там гоблины, как бы, очевидно. Одного гоблина не добил, молодец. И вот, вот, три мушкетера, молодец. Что они тебе дадут? Ну, снесут. Они сейчас под бомбы сдохнут. Куда ты 9 телек просрал? А, ну один выжил, окей, повезло тебе. Она сдохла, окей. А чё? Вот пошёл другой. И чё? Ну, всё, молодец. Я не знаю, что за... Боже. Такой тупой тиммейт попался. Мог бы их хотя бы сплитнуть. Нет, он просто поставил их и под бомбы слил всех. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в телеграм-канал. И всем пока.